Круглый стол, объединивший представителей туристической индустрии, чиновников из Департамента культуры и туризма области, представителей Комитета по культуре Общественной палаты, рассмотрел проблемы и перспективы туризма в нашем регионе. Основным посылом встречи было признание важности развития регионального туризма внутри страны и в нашей области в частности. Главной проблемой нашего региона остается неразвитая инфраструктура, связанная с логистикой, проживанием и питанием туристов. До конца не ясны и бренды нашей области, то, чем наш регион выгодно отличается от соседей. Участники круглого стола вышли с предложением создания ассоциации туристического бизнеса, которая сможет объединить разрозненных участников этого рынка. Когда турист выбирает, региональный турист там, из разных регионов страны выбирает между Костромой, Владимиром, Суздалем, Ивановым, и, там, вот Владимирской, Костромской, да, Ивановской областями, естественно, они поедут в другие регионы, потому что они не обладают, да, ну, как бы информацией.